21 апреля президент России Владимир Путин огласил ежегодное послание Федеральному собранию. Трансляцию в режиме реального времени организовали в Одинцовском городском округе. Главная площадка разместилась в здании администрации муниципалитета. В актовом зале собрались руководители округа, члены депутатского корпуса, общественники, волонтеры, деятели культуры и представители бизнес-сообщества. Важность традиционного обращения президента отметил глава округа Андрей Иванов. Владимир Путин назвал главной задачей, стоящей перед властью, восстановление реальных доходов граждан и обеспечение их дальнейшего роста.